В Севастополе пришла еще одна автоколонна с гуманитарной помощью из Московской и Курской областей. Материковая Россия прислала продукты питания и медикаменты. Сегодня будет проведена инвентаризация грузов, для чего приглашены 8 провизоров по линии медицинской. Грузы возьмем под охрану, контроль, потом будем распределять. Дмитрий Белик поручил Управлению здравоохранения подготовить информацию о том, в каких медицинских препаратах нуждаются лечебные учреждения города. Действовать попросил быстро, чтобы к следующему заседанию комиссия уже могла бы четко рассказать горожанам, куда идет поступившая помощь. Далее комиссия распределяла продукты питания для детских домов, интернатов, детских садов и школ, которые уже подали заявки на оказание помощи. Школа-интернат 1-3 ступени номер 3, яйца 2 коробки, капуста 3 мешка, морковь 2 мешка, свекла 2 мешка, 4 коробки, сгущенка, гречка 2 мешка. Вся поступающая в город помощь строго учитывается, производится инвентаризация в присутствии участников комиссии и общественников. Распределение идет только по заявкам. После всего, что сейчас распределяется, уже Виталий Юрьевич говорил, что будет контроль. Никто не знает, на выезд выезжают и проверяют. По тем же детским садам, детским домам. Есть, формируется же меню. Приезжаем и смотрим, используется для детей или нет. Елена Анисимова, Анатолий Паньков, Севинформбюро.